вечер! Thank you.
Thank you.
очень рады с вами встретиться. Мы для вас, как всегда, будем играть свои любимые песни. Точнее, на этот раз мы полтора года почти уже ездим по стране. И у нас сегодня практически концерт по заявкам получается. Давай! Давай! И среднее арифметическое название песен, оно выяснилось. В общем-то, это примерно 30 песен, которые любят народ. И в каждом городе ничего не такого. Будь то Украина, будь то Белоруссия, Санкт-Петербург или Москва. Что вы, какую песню? И так как у нас нет фонограмм, поэтому мы практически все песни играем. Практически все эти песни у нас есть в программе. Так что... Мячик, мы сыграем тебе на я сейчас просто хочу сказать, что то, что вы пришли, это нас очень радует. И дело в том, что мы хотим, чтобы после нашего концерта вы все уходили с хорошим настроением. Вся наша задача вас отвлечь от всех проблем, забудьте про все. И просто улыбайтесь, наслаждайтесь. И у нас есть песни веселые, и логические, и очень метафизические песни. Друзья, что мы не верим в то, что нет жизни, счастья, что нет любви, мы в это не верим, что нет богатства, спокойствия. Все это есть. Поэтому в следующем песне я хочу спеть, которая так и называется. Нет, я не верю. Я не верю, что это все из-за меня. Я не верю.
Эту песню, которую попросил молодой человек, мы сыграем попозже. Сейчас песня, которую попросила девушка. Песня называется «По-прежнему вдвоем» или в народе просто «Капюшон». С первого она была самая первая песня, которую мы написали в своей жизни. Профессиональной студии. Я никогда не
Я хочу из-за
Спасибо. Гитара начинает собираться потихоньку. Вам тут совсем не холодно. И танцевать можно только зимой, если так, но все-таки театр. Так, всему рановато еще. Мы знали, что лед расколот, и рано ему.
в городе Омске. Эту песню заказывали 9 раз. А пришлось сыграть 3. Больше не говорили. Он почему-то считает, что это веселая песня. Вот. Дали преимущество. Как бы не грошил.
Пальчики крутятся длинно. Духи ползают на голову. Ручки крутятся длинно. Духи ползают на голову. Я не понимаю, откуда так грустно.
обещаю, это обещаю. Души мои, боль будет в море, души мои. Сейчас готовим вообще, если вы интересуетесь нашими новыми песнями, мы будем постепенно их внедрять. Вот. Мы сейчас работаем сразу над 4 альбомами разными. 45 песен у нас сейчас в работе находится. Поэтому скоро будет много очень интересного. Это как раз песня из альбома. Есть такая известная поэтическая книга, которая называется «В слезах моя душа». Так наш альбом будет называться «В блюзах моя душа». А это так как раз оттуда. Там много интересного. А сейчас мы исполним песню. Нет, мы договорились, что сегодня будем играть старые. Это просто мы. Потому что... Мы не договариваем. Вот как раз «Огонек» не очень старая песня. Запомнила «Святой ручей» песенка «Огонек». Лишь на миг
нас с тобой счастья навеки. Как огонек, кто вдруг погас в ночной дали. Я одинок, я полон грусти и печали. Не жаль себя, мой мир так крутится уныло.
поцелую. Локоны белые, как лёд. Как я давно искал такую, как я давно в тебя влюблён. Ты сказка моя жизнь. Yeah.
своя. Thank you.
душу. Чужая жизнь, чужая женщина, разлуки. Но боль потери не расстанется со мной.